ziyaretini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Kemerovo kentinde yaşanan trajedi nedeniyle наша страна увеличивает объемы взаимных капиталовложений. Встречные прямые инвестиции приближаются к 10 миллиардам долларов с каждой стороны. Подлинно стратегический характер российско-турецкое партнерство приобрело в энергетической сфере. Сегодня нашими странами сделан важный шаг в укреплении сотрудничества в атомной энергетике. Nasıl buldun? Manzara nasıl? Takvim gitme nasıl?